Всем привет, с вами Артур, и сегодня я вам расскажу, как я измеряю диагонали и снимаю другие размеры. Для этого у меня основных три инструмента. Простая рулетка, простой строительный уровень и мое приспособление для диагонали. Для неудобных мест, то есть вот метрическая линейка, отверстие под размеры и регулировки вверх-вниз. Итак, показывать я буду на этом Subaru Forester. Тут уже кузовные сделали. Покажу, как снимать размеры. Выключай. Итак, рулеткой я измеряю в основном диагонали и расстояние от каких-то точек, там, где это возможно сделать рулеткой. Это удобно и просто. Значит так, вот возьмем, допустим, точку А, ее можно взять здесь, можно взять здесь, если стаканы не повреждены. Вот. Ну, здесь опасно, здесь может быть чуть не совпадение, но основные твердые точки. Я буду мерить отсюда. Как мерится диагональ? Допустим, от точки А, и можно измерить эту, эту или эту. Также должна быть одинаковая диагональ и с другой стороны. То есть то, что было на той стороне, то должно быть и на этой. Здесь, здесь и здесь. Если у вас ровные диагонали, это не значит, что все еще ровно. Могут быть разные расстояния от точек. Я обычно это измеряю от горшка, либо от какой-то другой контрольной точки. Вот. Тоже меряем, допустим, я измеряю сюда крепление фары, крепление телевизора. Ну и центральная точка тоже годится. Вот три основных расстояния. То есть эта сторона должна быть аналогична этой стороне. Так, сейчас будем измерять моим хитрым инструментом. Этот инструмент в основном я меряю лонжероны, там где с рулеткой подойти не очень-то есть возможности. Делается это очень просто. Опять же, берем точку А. Вот. Как видите, концы заострены. Это для того, чтобы можно было либо на болт, либо сюда, либо какую-то точку. И до какой-то точки отсюда. Если надо подрегулировать, вот есть размер. Значит, как видим, вот 188, меряем здесь тоже 188. Как когда битая машина. Значит, измеряем размеры, разница, но нужно знать вот эту вот ширину лонжеронов. Это узнается балкой, которая для бампера. Если разница в 2 сантиметра двух лонжеронов, то естественно вам нужно половину вытянуть в обратную сторону. Все. Итак, использую простой строительный уровень. Ими я измеряю в основном высоту лонжеронов. Высоту лонжеронов можно и по-другому измерять. Но я привык с уровнем. Значит, что мы делаем? Если не были повреждены стаканы, горшки, как хотите их называйте,
измеряю по ним. Ну, сейчас, как здесь все это прикручено, поэтому я просто для, чтобы показать, делаю так. Вот. Ставлю уровень, замеряю какая, потому что колесо может быть спущено, еще что-нибудь. То есть, вот таким должно быть, допустим, результат. Также можно уже и здесь снимать. Как видите, высота практически одинаковая. Также еще можно измерить высоту лонжеронов рулеткой. Значит, как это можно сделать? Берем контрольную какую-нибудь точку, допустим, крепление завесы двери. От пола замеряем здесь. Вот как видим, 54 сантиметра. Измеряем с другой стороны, здесь 52,5. Мы знаем разницу, там 54, здесь 52,5, то есть 1,5 сантиметра. И значит, измеряем также здесь, тут и тут. То есть разница должна быть что там, что там. Ну вот, пожалуй, и все мои основные методы измерений. Пока.